Добрый день, уважаемые гости и подписчики данного канала. Сегодняшняя тема – это огурцы. Выбираем какие-то новинки для себя, подыскиваем что-то новенькое. Поэтому хотелось бы вас познакомить с огурцом F1 «Хуторок» от агрофирмы «Гавриш». У многих огородников уже все подоконники заняты рассадой томатов, и перцев, и баклажанов. И в данном случае у меня базилик рассада. Что-то уже взошло в теплички, и зелени, и салатики, и петрушка, да, и редиска взошла уже. И многие задаются, начинающие огородники, а когда же посеять огурец? Если у вас есть такая возможность, вы, конечно, можете посеять дома, но для него нужно создать определенные условия. То есть, если томат нуждается в одной температуре, то рассада огурца, конечно, любит тепло. Это первый пункт. Любит хорошее освещение и также хороший жирный грунт. Если у вас есть такие условия, вы, конечно, можете заранее посадить огурец, вырастить рассаду и потом способом перевалки все это пересадить на грядку. И таким образом вы получите довольно-таки ранний урожай. А можно просто посеять в грядку, но тогда мы уже позже будем собирать огурцы. Поэтому многие, конечно, огородники уже замачивают огурчики и выращивают рассаду. И хотелось бы поговорить про данный огурец, огурец «Хуторок» F1. Обратите внимание, он пчелоопыляемый, поэтому он предназначен для открытого грунта, либо временных каких-то пленочных укрытий. И этот огурчик будет вас радовать одним из самых первых на грядке, потому что он очень ранний. Посмотрите, какой красавец! Он, шипы у него такие довольно-таки небольшие и располагаются редко на огурчике. Значит, оплодоносить он у нас будет через 30 дней от сходов. Просто великолепно. И хочется отметить, что данный гибрид устойчив к корневой гнили, настоящей и ложной мучнистой росе. И также, что очень важно, что он устойчив к стрессовым условиям. То есть он у нас будет в открытом грунте выращиваться, и поэтому он не будет стрессовать, и очень приятно будет выращивать такой огурец. А длина огурчика будет 10-12 сантиметров. Использовать его можно и в салатах, и в засолке, и в мариновании. Но высадка в грунт в конце мая, это мы всегда смотрим по своему региону, по погоде. И агрофирма «Гавриш» нам рекомендует посеять на рассаду в начале мая. Это опять каждый огородник выбирает себе по своим погодным условиям. В данном пакетике 10 семян, и в схожесть они сохраняют в течение 7 лет. Огурец «Хуторок» F1 от агрофирмы «Гавриш». Супер ранний огурец.